Трудолюбивый, ответственный и внимательный. В Департаменте внутренних дел области трудятся около 600 женщин. Самых успешных сегодня отметили благодарственными письмами и подарками. А тех, кто заслужил особое признание, узнаете из нашего следующего материала. Мама, жена, домохозяйка. Для современной женщины быть просто хранительницей домашнего очага уже недостаточно. В зале сейчас те, кто добился успехов и в профессиональной деятельности. Ежедневно наряду с мужчинами они следят за охраной общественного порядка, обеспечивают безопасность граждан. Накануне праздника представительницы прекрасного пола принимают поздравления от главного полицейского области. 80% ГВД держится на женщин у нас. Весь косяк на них держится. Нет той службы, где не работают девушки. Они ответственные, исполнительные, требовательные и принципиальные. Здоровья желаю, счастья, благополучия, мирного неба вам, всех благ. В органах внутренних дел трудится около 600 женщин. Большинство из них носят офицерские погоны, 13 руководят целыми подразделениями. Старательность, трудолюбие, внимание к мелочам – все это отличает их от коллег-мужчин. Татьяна Колесникова в полиции 14 лет. Начинала рядовым, затем была дознавателем, а с июля прошлого года работает в отряде быстрого реагирования. Говорит, зачастую под кителем и погонами приходится прятать свои чувства и эмоции. Сегодня за доблестную службу майор получила нагрудный знак – отличник органов внутренних дел. Очень приятно получить награду. Очень приятно, что руководство ДВД оценило мою работу. И, конечно же, уважаемые женщины, я хочу вас всех поздравить с этим праздником, с таким веселым, красивым. Все-таки весна начинается, все расцветают. Желаю вам расцветать всегда. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия в семьях. Почетные грамоты главы региона, благодарственные письма от начальника ДВД, очередные звания. В праздничном приказе сегодня около 100 женщин. Стройным рядом, чеканя шаг, на сцену выходят лучшие работники отрасли. Получает новые погоны и Айгуль Кунанбаева. К званию подполковника она шла 15 лет. Для меня это, конечно, не высшее звание, можно еще и дальше расти. Но как бы для женщины, мне кажется, это уже награда. Если занимаешься своим любимым делом, как бы совмещать домашние дела и работу, это, мне кажется, очень просто. Отметили сегодня заслуги полицейских, активно занимающихся спортом, поощрили женщин-военнослужащих и представительниц районных подразделений ОВД. Для них приготовили праздничный концерт. Особым сюрпризом стало выступление участницы детской новой волны Амины Жапар. Были в преддверии праздника и о тех, кто сутками ждет своих благоверных со смены дома. Завершился вечер конкурсом красоты среди жен полицейских. Алина Бржанова, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.